Добрый вечер, мои красавицы. Я сегодня хочу снять это видео совершенно спонтанно, но выполняю просьбу моей подписчицы Галочки Супонькиной, которая попросила меня купить аромат, вот выпущенный недавно новой зарей. Я вот вам сейчас покажу вот эту коробочку. Называется Санкт-Петербург Я де Парфюм 100 мл. Вот я здесь сняла аккуратненько целлофан. И сейчас попробую, чтобы не повредить упаковку, показать вам флакончик. Очень аккуратно. Вот посмотрите, какая красота. 100 миллилитров. Флакончик такой в духе «Москва была». Как же она называлась? Златоглавая, по-моему. Ну и вот «Красная Москва», что-то есть ассоциации. Такой очень добротный, хороший такой флакон. Тяжелый. Вскрывать я пульверизатора не буду. Такая крышечка хорошая. Надеюсь, она долго прослужит. Пусть он в таком виде у Галочки едет. Что я хочу о нем сказать? Вот сейчас зима. Погода, конечно, нас не радует, но в каком плане, что хочется немножечко сладости, хочется тепла. И я, хотя и не поклонник вот этих ароматов, направления Лябель Ванкомовская, но вот у Новой Зари тоже есть нечто подобное, там что-то красивая жизнь. Но тот аромат, вот я когда сравнила этот, на руку брызнула, и тот, вы знаете, этот более нежный, более такой округленный и более мягкий. Там присутствует какая-то нотка такого жженого сахара. Но вот здесь я, конечно, не вскрываю флакончик, вот просто нюхаю от самого пульверизатора. Слышимость все равно, он совершенно не вскрыт, но стойкость, я думаю, будет запредельная. В тот раз я когда была на Павла Андреева, затестила его, я приехала домой, вымыла несколько раз руки, и все равно у меня пахло лябелью. Я так говорю, лябель. Питером пахло. Очень красивый аромат. Завтра я ей отправлю. И пусть она радуется. Я думаю, она девушка очень красивая, ей это подойдет, тем более в нашу такую промозглую серую погоду зимнюю. Этот аромат придется очень даже, кстати, серия лимитированная, как мне сказали, на самой фабрике. Сейчас я протру аккуратненько, все это упакую, и больше я его трогать не буду, этот флакончик. Так, все. Вот, Галя, вам подарок такой замечательный. Носите на здоровье. О, боже. Так, здесь что-то выскочило. Так, подождите, подождите. Что-то не так пошло. Открылась вот эта штука. Так, все. Ну, как всегда у нас. Качество на высоте. Все. Ага, все равно вот я не закрыла. Но вот имейте в виду, что вот эта вот штучка, она просто туда не залезла. Я ее завтра скотчем подклею, и он будет как новый. И, значит, смотрите, девочки, перед этим я ей показала два флакончика, вот такие вот, замечательные, то, что я купила на Дубровке, масляный Жадор и вот такая молекула, по 3 мл масла. Ну вот, если вы знаете эти молекулы, ну, это та, которая вообще отсутствует запах, там небольшая нотка уда. И фактически химическая формула, которая принимает на коже запах вашего тела и начинает аромат играть. Замечательный. Но вот, к сожалению, когда я приехала сегодня, вот этой молекулы 0,1 уже не было. И как оказалось, что они все вот эти флакошки представлены в единственном числе. Поэтому я Галине взяла вот такую вот штучку, молекула Eccentric 0,3. И вот такую, 0,20. Ну, все эти молекулы, конечно, вернее, не эти, а настоящие молекулы стоят в магазинах, очень дорого они стоят. Я свою берегу, Эксцентрик 0,1. Она у меня тоже лимитированная, я покупала очень давно в Иль де Батте.
И на сегодняшний день, как я поняла, такого аромата нет. Но вот что интересно, что вот эти очень-очень подходят. Аромат оригинальный. Я там попробовала, действительно, потому что, поскольку я знаю все эти ароматы, попробовала на коже, вот у меня до сих пор пахнет одна рука троечкой, которая немножко, ну, чуть-чуть, где-то уходит какой-то уд, может быть, даже ее можно и смотреть. Вообще-то они идут как унисекс, и на мужчине можно видеть, а 0,20-ка, здесь, конечно, больше сладости, больше цветов. Я думаю, Гале понравится. Замечательные штучки, можно носить с собой. И вот смотрите, девочки, что я еще там в тот раз я обратила внимание от орхидея. Но как вы думаете, чем они пахнут, эти духи? Они пахнут. Черная орхидея Тома Форда. Это вот этот у меня от Levant. Вот сегодня он был со мной даже. Я сегодня ездила по делам. И в сумочке у меня была вот эта черная орхидея. Очень я люблю, когда мороз на улице. Сегодня было где-то минус 10. Она очень согревающая. И никаких там подвалов. И готики нет. Я чувствую цветы, трюфельность, сливочность. И когда вот я сегодня спросила, я говорю, что у вас пахло в тот раз, я нюхала черная орхидея, она говорит, ну это вот называется ут орхидея. Замечательный аромат, тоже вот я слегка-слегка нанесла на руку, да, пахнет черная орхидея Тома Форда. Вот посмотрите, если увидите где-нибудь на развалах на рынках. Ну, вот я была вот как раз на Дубровке. Я же, да, я сказала или не сказала, что это все на Дубровке. Там целый ряд вот этих лавок, первый ряд. Ну, я так поняла, что они, конечно, работают как оптовики, но и в том числе продают нам. Замечательно. Не знаю, есть у них или нет. Вот в следующий раз поеду, поищу, возьму себе, пусть стоит. Чем мне нравятся в последнее время ароматы масляные? Вот видите, я уж как подсела на них. Мне кажется, что молекулы парфюма, вот составляющие спиртовое и масляное содержимое, они, конечно, разнятся в том плане, что спирт более резкий. Масло дает такую округлость формуле парфюма и не такое испарение с кожи. Оно играет, аромат начинает раскрываться, раскрываться, раскрываться. И мне, например, в последнее время я вот даже не хочу эти ароматы, которые на спиртовой основе на себя наносить. Вот вам покажу еще вот такую штучку, но это вот налили мне молодой человек, который в тот раз я была, он говорит, мадам, я вам сейчас нанесу на руку один аромат, вы в следующий раз придете ко мне. Я иду мимо, он так смотрит, говорит, но я же вам сказал, что вы ко мне придете. Я говорю, что вы мне нанесли в тот раз? Я говорю, я чуть с ума не сошла вечером от восторга, потому что я все время так хотела вздыхать, вздыхать этот аромат с руки. Он говорит, аромат называется флер наркотик. Вот то, что девочки, это наркотик, это точно. Значит, начало, вот мне почему-то напомнило сады Нила, что-то от герленовских ароматов, вот эти ароматы природы. Потом начинаются очень постепенно появляться цветочные нотки. Но цветов здесь как бы мало. Вот даже такой вот зеленый цвет этого парфюма, и в такой бутыле огромной стоял, ну, вот эти масла, которые они продают, он был зеленого цвета. Я говорю, знаете, вот мне почему-то напоминает что-то Carven, My Grief, или Trussardi Skin, вот запах этого сена, скошенной травы, потом появляются какие-то цветочные нотки. Ой, какая прелесть! И где-то уже потом, когда масло это начинает на коже разогреваться, какая легкая-легкая табачный лист. Вот когда раздавливаешь табачный лист, мне один раз пришлось видеть, как растет табак на Кубани, и вот когда к нему, нет, не раздавливаешь, а именно только подходишь, вот такой запах, конечно, дурманящий. Я не люблю, кто курит, и не люблю
когда пахнет сигаретой, но табачный лист этот дает такой специфический отголосочек небольшой. Вот здесь он присутствует, вот эта маленькая-маленькая горчинка. Но это уже потом на подпевках. Из флакончика я его не слышу. Вот, значит, смотрите, что я вам еще покажу. Сейчас я это все упакую и завтра галочки вышлю. Вот такие вот интересные штуки. Просто прелесть. А значит, вот смотрите, что на новая заря, как исправляет положение дел. Я так поняла, что у них такие стоят корзины, и вот в таких флакончиках они стали продавать. Вот он называется Обей. Обей. Там еще написано какая-то шансита, потом еще какой-то танго. Я говорю, девочки, что в них налито? Он говорит, а вы нюхайте. Значит, в танго, как я поняла, налит опус, а в шанситу налито что-то, потом у меня на руке раскрылось нарцисс Родригес, ой, извиняюсь, Реноме, которая вот они стали последнее время в такой салатном оранжевой коробочке делать, да, ну, о котором мы говорили, что он пахнет белым Родригесом. Так вот, в этот Родригес они намешали еще что-то. А вот этот, Обей, как они тут написали, Обей, с ума может сойти, он пахнет коко мадемуазель, более облегченный вариант, то бишь шансом, вот одним из шансов. Но стойкость убойная. Я нанесла на руку, хотя я вот как бы не очень, я взяла это на талии. Вы не поверите, 270, 250 рублей. Вот. Все это удовольствие. Опус хотела взять. Честно говоря, мне даже он понравился. Он говорит, ну что вы будете брать этот опус? Типа того, что там еще наборы у них какие-то были. Ну да, он такой ладанный. Да, и кстати, вот чек я вам показываю. Вот, 934 рубля. Стоит это Санкт-Петербург. Но я еще взяла на подарочек вот такие вот штучки очень интересные. Сколько они там стоят? По 36 рублей, да? Угу. Да, по 36 рублей. Ну, вот здесь ландыш нарисован. На самом деле не ландыш. Пахнет чем-то очень вкусным. Таким цветочным. А здесь пахнет лябелькой. Вот как лябель. Лябель или Питер, не пойму. Ну, такой очень сладенький, очень приятный аромат. Думаю, девчонкам понравится. Ну вот и все. Галочка, я выполнила твой заказ. Я думаю, что тебе все понравится. А вам, девочки, я желаю всего доброго. Вот я вам рассказала про этот новый Питер. Если кому что интересно, заказывайте и носите на здоровье. Я вам всем желаю, как всегда, пока-пока. Здоровья, счастья и любви.